Зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем собирать теплицу арочная, 3 на 6, цельная дверь, форчика в торце и будет у нас коньковая фрамуга на термоприводах. А пока приехали, разложились и приступаем к монтажу. Каркас теплицы поставили, все выровняли, закрепили. Теплица готова к тому, чтобы крыть ее поликом, чем сейчас и займемся. Завершился у нас монтаж теплицы. Напоминаю, сегодня строили теплицу арочную, шириной 3, длиной 6 метров. Идем смотреть. Цельная дверь с одной стороны, торцевая форчика с другой. Имеется коньковая фрамуга на термоприводах, диагональные усилители. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20, покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. В центре установлена арка, усиленная фермер. Все это стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная арочная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.